Если взять угол какой-нибудь конкретной величины и взять лупу, что-то лупу все, да? То есть стекло увеличение. Лупу, которая дает увеличение, ну, например, в 3 раза. Бывают такие лупы, которые все делают в 3 раза больше. Скажите, пожалуйста, какая будет величина угла, который мы видим в лупу? Так, ваш ответ? Ваш ответ? Ваш ответ? 33. 11. 11. 33. 33. Отлично. Есть ответы, кроме 11 и 33? Нет ответов. Так, все, голосование. Кто считает, что ответ это будет 11 градусов? Поднимите, пожалуйста, руки. Ну, почему все? Так, спасибо, опустили. Кто считает, что ответ это 33 градуса? Не все. Отлично. Пожалуйста. Просто 11 нужно умножить на 33. Ой, на 3. 11 надо 11 умножить на 3. Почему? Потому что 3 раза больше. Потому что увеличивает в 3 раза. Поэтому мы должны 11 умножить на 3. Лупа все увеличивает. 3 раза, правильно? Величина угла увеличится в 3 раза, так? Да. Значит, 33. Да. Отлично, запомнили. Ваши весы. Я считаю, что увеличивает лупа или не увеличивает, угол останется один и тот же. Просто мы этот угол увидим под увеличением, но его величина градуса останется такая. Как он может стать большой? Был маленький, угол не был виден. А станет большой, стал 33 или нет? Раз, увеличивает на 11, умножить на 3, то будет 33. Ну да, мысль такая же, как уже была. Лупа все увеличивает в 3 раза. Так, ну и последний вопрос. Так если больше, значит и градусов больше. Почему? Я могу доказаться. Воспользуемся, чтобы он был больше, мы увидим, что точно. Так, извините, а зачем у меня тогда лупа? У меня был угол 11 градусов. Маленький. Я под лупой смотрю, и все равно 11. Зачем тогда лупу покупать? На что я деньги трачу, когда плачу за лупу? А слушайте, астроном, телескопы, там лупа стоит типа 100 рублей, да? Астрономы, у них телескопы какие-то там миллионы и миллионы стоят. Неужели у них тоже углы не увеличиваются? Да. Увеличиваются. Когда астрономы смотрят на небо, углы увеличиваются? Да. Углы увеличиваются, но градусная мера остается такой. Углы увеличиваются в 3 раза, но и градусная мера остается такой же. Сам угол стал в 3 раза больше. Пошло. Что такое величина угла? Что такое угол вообще? Скажите, пожалуйста, вот если я нарисую вот такой угол, то он больше этого или меньше? Меньше, да? То есть вот такой угол, он вообще большой. Запомните простую мысль. Угол образован лучами, а лучи можно вести до бесконечности. Поэтому, что вот этот угол, что вот этот угол, у них нет. Видите, когда мы рисуем на доске, мы, конечно, не можем идти километры и тысячи, миллионы километров. Да? Бесконечности все равно не дойдешь. Мы рисуем какой-то конечный кусок. Но если вы нарисовали такой, такой или такой угол, это один и тот же угол по величине. Господа, конечно, ответ 11 градусов. При разглядывании картинки в лупу
вас углы не меняются.